Ребята, я в какой-то веке добралась до художественного магазина. Не совсем художественного, но художественный отдел, да? Так вот, смотрите. Вот набор красок. Я что хочу сказать, да? Есть набор, а в наборе коричневого два вида, вот зеленый какой-то, синего два вида. А, там в два ряда. Но суть в том, что в наборе может быть много лишних вещей, много лишних цветов, да, того, что вам не нужно. Но всегда есть материалы поштучно. Вот можно краски взять поштучно, да, тюбы взять поштучно, оттенки, которые вам нужны поштучно. Я нашла себе художественную гуашь, именно художественную. В ней гораздо ярче цвета. Видите, это гамма, тут два оттенка красного, красный темный, красный светлый. Ну, в общем, она гораздо насыщеннее, я так предполагаю, качественнее, хотя я не пробовала давным-давно с художки, и вот теперь буду рисовать. Я думаю, да нет, мне набор не нужен, здесь только цветов, которые мне не нужны. Поднимаю глаза, и вот они, поштучненько, да? Я беру себе, ну, правда, не гамма, а украинская фирма Роса, но, по-моему, она тоже неплохая. Я пока вот попробую. Заодно это способ протестировать, да, и она вот по 22 гривны одна баночка. Вы себе берете, я себе взяла синий, темный, красный и светлый, желтый. И большую баночку белил, да, вот отдельно можно взять белил побольше. Черный я вообще не брала, потому что он мне не нужен. В итоге у меня 4 тюбика. То же самое с акрилом, вот поштучно. То же самое с кистями. Даже я уже начала смотреть набор и понимаю, что в наборах полно того, что мне не надо. А вот поштучно я могу выбрать такую кисточку, такой формы, как она мне нужна, да, потрогать все, потискать. То же самое с бумагой. Переходите, и вот продается бумага, да, тоже поштучно выбираете. Я взяла в этот раз какую-то бумагу для дизайна, так попробую, во всяком случае, да. Она очень плотная, рифленая, плотнее, чем ватман. 3 листочка, и заодно проверим, какого же она качества. Ну, в общем, поштучно это и способ пробовать, и дешевле покупать. И не покупать лишнее, что самое главное, да? Это, если что, отдел в эпицентре в Украине. Вот здесь можно еще отовариваться на всякие художественные материалы. Ну, а так, смотрите в своих городах. И кто будет комментарии смотреть, пишите, где в ваших городах вы делаете покупки. Город, пишите и покупку. О, красивая картинка, надо такое нарисовать.